6 июля, 14 год, Харьков, 17.58 по Киеву. Наша песня хороша, начинай сначала. Вчера украинские войска, Национальная гвардия и войска Национальной гвардии освободили, заняли оставленный Славянск, Краматорск. Что у нас здесь, коммунисты, да? Тоже черно-коричневая лента. Сейчас подъедем ближе. Шесть часов должен начаться. Вечер должно начаться на площади Конституции. Украинцы патриотические силы проводят. Ну, я думаю, пару минут уделю. Чтоб хотя бы выяснить, кто там, что там. ЛДПР пакетик у товарища. Нормально. Здравствуйте. А вы мне подскажете, у вас пакет ЛДПР? Да. Это разве не российская партия? В Украине есть ЛДПР? Будет. А, то есть это на перспективу. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Понятно, да. Полотно, но даже никакого серпомолота даже не видно. Те, кто же стоит, ждет русских. Ну, для тех, как раз, кто ждет русских. Тут было установлен, тут будет установлен памятник, памятный знак в честь провозглашения независимости Украины. 90-й год.
сейчас 2014 до сих пор не скажете. Перед 6 июля 2014 год, 18.44 по Киеву. Вечер на площади Конституции. Все мирно, сейчас параллельно там еще на площади Сумского проходит митинг, может уже не проходит, проходило полчаса назад, митинг под черно-оранжевыми стягами, под красными флагами, такое же примерно по количественному составу, как эта вещь, но, конечно, качественно сильно отличающаяся. Все возраста участникам. Здесь, конечно, молодежь в основном, но там все-таки люди пожилые. Так, это флаг крымских татар, я так понимаю, украинский флаг правого сектора. Хотя я вот не знаю, почему черно-красный флаг стал флагом правого сектора. Насколько я видел на картине, казаки пишут письмо, запорожцы пишут письмо турецкому султану. Рядом с желто-блакитным флагом присутствует и черно-красный. Ну, в общем, в тонкости геральдики вдаваться я, конечно, не буду по незнанию. Через тело, что-то там плавится и так далее. И призывники за весь час.